вот несколько песен из детской пластинки мы перепели заново, ну потому что Лида их очень здорово поет. Теперь солирует Лидич Баксаров. Пластинку, которую мы... Но главный солист в этой песне будет Евгений Николаевич Быков. А, да, тут надо не забыть. Да, толкните его там, чтобы он успел. Нет, нет, нет. Я всегда говорю об особом отношении к моему вокальному таланту моих коллег. Вот вокал пишут он. Дмитрий Богданов, Лидич Баксаров. Голос Евгений Быков. Не у каждого голос есть. Вокалистов много, а вот голос это... Да. Это тоже совместное... Сейчас вот три песни, это будут совместные Берковский-Никитин, написанные для всяких детских... Конкретно для будильника. Это для будильника, да, на стихи Вадима Левина. Бам-бам-бам. Просите повторить?